Всем привет, с вами Фидос, Хроники Хаоса, новый видос. Сегодня у нас тоже долгожданное событие, которое называется Киберпятница. Так как Киберпятница, она началась у нас во вторник. Сейчас мы быстренько это посмотрим. Первое, у нас наборы взломщика можно купить. Это чип-ключи. Ну, это в зависимости, сколько вы можете потратить, столько вам всяких прибамбасов и дадут. Новые кибернетические образы. Вот, смотрите, какая красота. Есть и старые. Так. Что у нас есть еще? Есть еще у нас вот такие скидки на героический сундук, на сундук с артефактами, артефакты титанов и астральный продавец. Так, что нам надо делать по квесту? Так, чтобы это не тряслось, мы его заберем. Пум. Одна бабка. Даже без красной шапки. Так, что нам надо делать? Во-первых, нам надо 7 дней заходить в игру и получить вот такие вот чип-ключи, за которые мы будем основываясь как-то на нашей удаче получать призы. Так, поехали, VIP. До 7-го здесь забираем. Шифровальщик. Это надо совершать платежи, что-то покупать, изумруды, акции, облики и так далее. Что-нибудь купил, и тебе вот выскочит либо аватарка, либо чип-ключ за 2 покупки. Ну и так далее. Так. Покупаем изумруды, получаем дополнительные изумруды, получаем опять же чип-ключи. Чип-ключи это очень хорошо, они нам пригодятся. Тратим изумруды, тоже получаем чип-ключи. Чип-ключи, изумрудов маловато, ну ладно. Тратим энергию и опять же получаем чип-ключи. Чип-ключи это наше все. Маловато, могли бы тут как-то и побольше дать, ну ладно. На совести администрации. Открываем сундуки башни. 15 в день, это если ничего не тратить. 7 дней. Ну, нам не хватит. Нам не хватит 20 сундуков. 20 сундуков. Это довольно-таки много. Так. И надо пройти приключение. Присоединиться или 7 штук. Ну, я думаю, с этим каждый справится. Если гильдия у вас дружная, то тут вообще никаких проблем нет. Так, ну что, пробежимся, потратим энергию. Так, как обычно, купим, выбьем души. Моджо чисто под Асгард. Качаю. Так, кого мы тут качнем? Кого качнусь? Ну, давайте попробуем Карха. Надо все-таки его докачать. Он уже устал ждать. Так. Да, вот тут вот лучше всего его качать. Соточку изумрудов потратим. Погнали. Так, 24. Ой. Двадцать пять мало падает, ужасно мало. 28.
32. Ну, 4 это уже ничего. 33. Ну и 8 поставим. 35. Ладно, ну как-то ж надо их собирать. Так. Пробежим еще быстренько башню. Чем больше ключей, тем больше мы сможем выбрать призов. Так. Бежим, бежим. Так. Если нам не хватает 5, это 1000. Это я останусь без изюма. Без изюма я оставаться не хочу. Может, я не хочу сегодня, захочу завтра. Это сегодня башня длинная. Наверное, лифт медленно ездит. Вот и финиш. Так, ну что, собираем чип-ключи. Это изумруды. Так, вот тут вот у нас все действие происходит в этих кубиках. Смотрим. Вот тут вот были у нас частицы. Главные призы — это камни облика 5000. Ну так себе, я бы сказал, не особо-то расщедрились. Потом высшая религия. Это на выбор мы выбираем. У нас для Асгарда, ну, блин, по одной штучке тоже как бы не особо и много. Ну и, естественно, частицы хаоса. Так, весь упор у меня будет на частицы хаоса. Ум? Нету. А тут? Тоже нету. Да, вот выпадают нам титаны, которые нам вообще не надо. Так, удача, приди, давай, что-нибудь хорошее выпади. Вау, и тут сразу киберкотик, аватарка. Оп, один суперприз есть. Навряд ли правильно, рядом будет второй. Ищем, ищем. Не находим пока что. Давайте тут в этой стороне. Опа, частицы хаоса. Ну что, камни облика титана ищем? Или же все-таки лучше обновить? Так, давайте так прикинем. Угу. Они где-то тут должны быть. Нету. Может, тут? Тоже нету. А тут? А тут? О! Все, 3 суперприза есть. Что мы сейчас делаем? Нажимаем обновить. Призы остались те же. И 12 попыток у нас их достать. Это что? Рамка. Ух ты. Вот это повезло. Где-то тут, оп, клюнула крупная рыба.
Стоп, и тот раз они тут были. Ну-ка. Угу. Как говорил мой младший сын, тебе повезлее. Так. Остались частицы. О, Н-ка выпала. Это тоже хорошо. Все, нульс. Так, а что ж у нас со всеми призами? Что у нас тут падает? Аватарки. Самородки. Ну, как бы вообще, если честно, ничего такого уж прям ух, ах, киберпонедельник, пятничного я не вижу. Ну, что есть, то есть. Это ж уже от нас зависит, тратить нам на это все свои сбережения или нет. Что у нас тут? Ничего не дали больше. Так что вот такая вот киберпятница в Хрониках Хаоса началась у нас во вторник. Всем удачи в игре, побольше призов, чтобы у вас вот вы заходили сразу с трех раз, бух-бух, три суперприза и все, пошли играть дальше. Всем спасибо за просмотр, пока!